Доктор! Я говорил вашему мужу и повторяю вам, что вас я оперировать не буду. Я изучил вашу карту, и 6-ю операцию вы можете не пережить. А давайте украдем у него лицо. Вы не думали, что кто-нибудь может украсть ваше? Я расточаю 100 долларов. Ну ты что? Ты думаешь, 100 долларов больше, 100 долларов меньше? А то давай подписывай. Погода скасовывается. Да. Подавися. Ну давай, подписывай уже. Мало не забыл. Была последняя доза. Я сейчас ему ноги поломаю. Сиди сам. Игорь Михайлович, что с вами? Слухай. Ну, зроби що-небудь у своєму житті, а? Запроси її у кіно, подаруй квіти. Я ж не можу, у мене ж проблема. Я вийти з кабінету не можу, у мене руки тремтять. Повір, усі твої проблеми ось тут, у голові. У неї тут таке ж саме серце, як і в тебе. Ти поняв? Давай, друже, давай, ти зможеш. Я всю ночь спасал твои бабки. Их до завтра получишь, не переживай, сука, получится. Может, ты поймешь, что я твой единственный друг, а это всего лишь бабки. Бабки, бабки, сука, бабки! Сука! Итак, ваша жена должна готовить, стирать, убирать, заниматься с вами сексом, рожать детей. Все правильно? Да. А кто будет воспитывать? Кого? Детей. Жена. А что-то еще? Нет. Да. Нет. Нет? Да, да, лучше. Или нет. Да. Да, она должна быть самостоятельная, хорошо зарабатывать, быть всегда красивой, стройной и всегда улыбаться. И приветливой. Конечно. И один другому говорит: слушай, ну не хочу сегодня идти к врачу, боюсь. Он говорит: ну не иди, скажи, что заболел. Попали как-то на необитаемый остров русский, американец и немец. А необитаемый остров, ничего там нет, ни еды, ни воды. Господи, да знаю я это анекдот.